Санта-Бланка, победитель конкурса названия самой успешной мафии в мире. Разумеется, их контрабандная сеть одна из самых сложных, с какими мы только сталкивались. Они провозят не только наркоту, но и машины, оружие, людей, телефоны, даже животных. Спроси любого уличного жулика, и он скажет, что за всем этим стоит некто великий, гений, которого называют невидимка. Никто не знает его имени, никто не знает, как он выглядит, никто не знает, где он. У нас ничего не было до прошлой недели, пока мы не взяли одного хакера. Это Карлос Регильо. Конечно, его не обрадовала перспектива 30-летней отсидки, и он раскололся. Сказал, что недавно получил от Санта-Бланки планшет для работы. И обнаружил в нем очень подробное, в деталях, описание всех контрабандных операций. Похоже, невидимка работает с этого устройства. Работает один и остается неуловимым. Итак, ЦРУ получила подарок, от которого нельзя отмахнуться. Мы должны найти этот планшет и его владельца. Сейчас у нас есть тысячи подозреваемых, но пока нет имени, нет описания и нет адреса, мы не знаем, на ком остановиться. Могу лишь посоветовать, с чего начать. Три влиятельных персоны и их организации имели дело с этим гением контрабанды. Внедритесь в их ближайшее окружение и найдите необходимую нам информацию.
Послушай, призрак, ты в самом центре территории Эдди Эскавада. Его банда, Камикадзе, занимается в основном поставкой наркоты на его шикарные вечеринки. Мы обеспечили тебе прикрытие под видом наемника. Эдди знает о твоем приезде. Он будет у себя на вилле. Вот что, солдат, вы на игровой площадке Playboy. Есть сведения, что Эдди в детстве был знаком с невидимкой. Если вы сумеете произвести впечатление на него и его адреналиновых наркоманов, он наверняка сделает вас почетными камикадзе и поделится их секретами. Вот и ты. Мне о тебе много рассказывали. Ты у нас крутой американский наемник в поисках драйва, так? Ха. Знаешь что? Эдди любит пушки. И Эдди любит нанимать людей, бледей, как правило. Думаю, мы с тобой неплохо порезвимся. Но сначала покажи мне, насколько у тебя сорвана башня. Приходилось слышать о бездушных? Банда беспредельщиков, у них тут лагеря повсюду. Я этим идиотам взрывчатку в подарок посылаю, но они еще не знают, что ты приедешь к ним на громадном грузовике и взорвешь все мои подарки, типа троянского коня. Сначала наведи шороху по моему поручению, а потом уже и о серьезных делах поговорим. Зайка, педаль газа в пол, тормознутые для Эдди не команда. Хочешь сесть мне на хвост? Стань не таким, как все. Пусть от тебя народ балдеет. Моим фанатам нужны безумие, крутизна, суперсексуальность, ясно? We'll be right back.
направлении. Сексуальный монстр в женском монастыре. Вперед! К следующей цели, зайка! Твой подход. Ты не удираешь от жизни, а со всех ног бежишь ей навстречу. Ходячий ствол с большими яйцами. Мне по душе твой подход. Ты не удираешь от жизни, а со всех ног бежишь ей навстречу. Ходячий ствол с большими яйцами. Тебе нет нужды что-то скрывать от людей. Но ничто меня так не вставляет, как разогнать машину до предела возможного. Зайка, если хочешь со мной зависать, докажи, что и ты той же породы. Зайка, я признаю, что ты заводишься с полоборота и любишь побалдеть, как и я. Мне наверняка скоро понадобятся твои особые навыки. Не пропадай, зайка, я тебе напишу.
Таков сегодняшний мир. Всем хочется посмотреть на богатых, свободных людей. Говорят, что я родился в рубашке, что я грубиян, что я просто клоун. Но я еще и учитель. Я учу людей, как жить на всю катушку. Просто будь лучше. Поставь все на карту. Иди вперед наперекор всем. Все мы обычные люди. Просто стань самим собой. Не сгораешь дотла каждый день. Ты бездельник. Да, я Эдди Эскавадо. Откровенный плейбой, суперзвезда телешоу, фанат экстрима, и у меня 70 миллионов фанатов. Я известнее Папы Римского. Намного талантливее Амадея Моцарта. И мудрее самого Ганди. Я в полтора раза влиятельнее любого человека на Земле. Да, на 1000 лет вперед. Эта карта пригодится нам при поисках тачки.
прибывает партия наркотиков для Эдди. Он поручил тебе их охранять. Неплохая возможность отследить торговые пути картеля. Поехали. Зайка, я тут рванул в Майами за рубашками, а то старые порвались из-за стояков. А когда вернулся, то обнаружил, что вечеринка накрывается одним местом. Видишь вертолет? В нем целый килограмм лучшего кокса, чтобы заводить народ, но его некому охранять. Прошу тебя, как сорви голова, сорви голову, проследи за тем, чтобы кокаин доставили, а то моя репутация пострадает. Ну, пока. Установила два новых ЗРК на пути вертолета. Уничтожьте их до того, как они собьют птичку Эдди. Первый готов. Теперь ко второму. Скорей.
Thank you.